Улыбнись соседу. Аналитики портала «Домофон» составили рейтинг дружелюбных городов России. Самыми добрососедскими городами стали Грозный, Орск и Нальчик. Чебоксары заняли в списке 48-ю строчку из 100. Респондентам предложили оценить утверждение. Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые, по 10-бальной шкале. В вопросе приняли участие около 300 тысяч человек, из них более 1000 чебоксарцев. Столица Чувашии набрала 7,5 баллов. Среди городов ПФО самую высокую строчку занял Стерлитамак. Он расположился на 5-м месте. В целом, жители России оценивают своих соседей положительно. Разница между первым и последним местом составила всего 1,6 балла.